Здарова, друзья, с вами я, Интроллер, и у меня сразу несколько новостей. Сначала, конечно же, мне набралось 140 подписчиков. Спасибо вам большое за такую цифру, а во-вторых, я просто в шоке сижу. Вы меньше, чем за полдня набрали эти 7 лайков и выше. Это шок полнейший. Я бы только хотел сказать, что я уже нашел, в принципе, информацию по нашему доктору Луи. Еще такой прикол. Так как это очень быстро произошло, мне придется сейчас на скорую руку делать видео, монтировать его, потому что... И еще информации, кстати говоря, мало. В принципе, я не успел найти очень много за это время, поэтому смотрите, что есть. Первое, насчет чего я хотел поговорить, это все-таки бот, которых он у нас создавал, чтобы взламывать свои сервера. Их вы можете найти у него в друзьях, если зайдете в его профиль. Это, то есть, там доктор Ларри и так далее. И всех скин нубика. Остальные 4 игроков, вроде бы, я не знаю, какая у них история, что у них там, потому что я вот серьезно, я только знаю про этих 5-6 ботов, вроде. И хотелось бы поговорить насчет самих этих ботов. Вроде как, хакеры, в всяком случае, так называемые, используют их для взлома игроков, серверов и игр. Также я нашел, ну, информацию, так скажем, видеоролик, в котором чувак с каким-то другом зашли на сервер, и все-таки они искали, ходили по разным серверам в Adobe, нашли его. Я не обнаружил никакого монтажа, потому что там реально был его скин и было его имя, без каких-либо изменений. Вопрос сейчас состоит только в чем? В какое время они заходили в игру? Обманули они нас с помощью своего типа таймера? То ли я вообще не знаю. Может, они это всю постанову устроили. Но факт остается фактом, что видеоролик вышел, а вроде как это не смонтировано. Я, конечно, не эксперт, я не знаю в этой области. Прям я не могу различать, если это монтаж или нет. То есть, ну, вы поняли меня. Дальше. Второй пункт, который я бы хотел сегодня разобрать. Появился еще такой миф на его тему, то есть, если ты добавляешь его в друзья, кидаешь заявку, в общем-то, тебя банят. Я случайно мискликнул на эту заявку, мне не банят совсем, ничего там не заблокировали, не банят, ничего. То есть, вы можете спокойно добавляться в друзья, там, не знаю, пофаниться, он не будет вас банить.